происходит покраска теплицы, легенда. Вот стекло поедет она в город Тюмень. Сейчас загоняем в печку. Цвет 70-24, темно-серый. Вся также у нее прогоны, уже подготовлены, сейчас будут их красить. На теплицу, цвет 70-24, также труба цинкованная идет.
красавица, готова. Теплица до грудки. Упаковали получше ее, потому что будет наша доставка. Уголочки все, даже саморезики покрашенные в цвет. Цвет интересный, графит 7024. Видите, как блестит. Поедет в город Тюмень. Вот вам качество-то теплицы, а не то, что там. Цинк, не цинк, самое лучшее. Вот оно все оцинковкой плюс полимерно-порошковая покраска. Прям гладишь и радуешься, что такой продукт производишь. Не рассказываешь никому, улыбаясь, не врешь. Как некоторые блогеры, которые меня заблокировали, рассказывают сказки и басни. Продолжение темы. Вот, смотрите, оцинкованная труба, да. Как ее можно продать? Швы. Шов. Его подкрашивают все, кто не красит. Чем подкрашивают? Обычной серебрянкой. Ну и любой другой. Даже когда мы сидели на цинке без покраски, у меня не было этой камеры, да, то мы покупали 18-килограммовое ведро, камень, цинк специально, его разбавляли в растворителе и подкрашивали, он как камень вставал. Второй момент, смотрите, шов на самой трубе. Видите, он еще бывает якобы цинкованный, но эта цинковка сразу же окисляется. То есть вот этот шов, он черный. Видите, провар. Сразу же будет в первый год ржавая труба. Поэтому у нас получаются вот такие прекрасные теплицы. Видите? С покраской полимерно-порошковой. Красота. Еще про какие мифы вам рассказать?